Ох, доброе здоровье. Мне пришло письмо. Значит, у меня трагедия. Умерла моя мама. Сейчас пока держусь, но если раньше я сильно переживал по домашним животным, то сейчас боюсь, что долго не протяну. Хотя благодаря голодовкам по вашим книгам на здоровье не жалуюсь и рассчитывал прожить еще много лет. Как и у любого человека, у меня есть вина перед мамой. Мы как раз сейчас и будем разбирать вот это вот ключевое слово «вина». Вина. А все, что я делал не так в отношении ее, будет грызть мою душу. Да, и простые воспоминания не дадут мне покоя. Могу ли я рассчитывать на вашу поддержку или просто совет, как сохранить, не сгинуть? Усугубляется это тем, что я совсем один в этом мире. Кстати, канал мой для того, чтобы, кстати, у нас, видите, 30 тысяч. То придут, то уйдут. А для того, чтобы вы, ну, могли пообщаться. Могли действительно открыться, с кем-то поговорить, пусть даже со мной. Для того, чтобы как-то, ну, говорит, успокоиться. Значит, на мою поддержку или просто совет, как сохранить, не сгинуть, дам. Усугубляется это еще тем, что я совсем один в этом мире. Родственники спрятались, не желая прикасаться к этой стороне жизни. Я, по сути, монах в миру, не по своей воле, с уважением. И я ответил так. Поразмышляйте над следующим. Как самому понять, что такое хороший или плохой поступок? Пока мы его не совершим и не осознаем, не прочувствуем его последующие действия, нам не понять, хорош он или плох. А когда мы прочувствовали, то поняли его положительную или вредную окраску или действие. А когда мы поняли свое действие и его результат, возникает следующий процесс в нашем сознании. Повторить его дальше или нет? Пережив всю боль от плохого поступка, возникает желание его больше не делать. Осознанное желание. В результате, благодаря содеянному и пережитому, происходит трансформация личности, и она очищается от скверны. Под скверной понимается все неразумное, необдуманное, эгоистическое, эмоциональные поступки и мысли кому-либо. Я говорю, что это нормально. Человек учится через свои собственные действия и становится совершенно иной личностью. Теперь вы поняли, какую боль причинили близкому человеку или причиняли близкому человеку. Сами ее переживаете, осознаете, и это ведет к изменению вас. Теперь вы так никогда не поступите, вы стали другим. Вот это и есть результат вот такого обучения самой жизнью. Теперь, попросив прощения, осознанное прощение за все содеянное к маме, и с твердым убеждением, что больше так делать не будете, живите дальше. На то нам и жизнь дается, чтобы мы через подобные ситуации становились все более и более разумными и совершенными. Вы поняли, как это работает? Пока мы что-то не сделали, плохое или хорошее, не понимая сначала, будет ли это плохим, будет ли это хорошим. Но по итогам содеянного мы начинаем понимать, что мы сделали. И вот это, все эти наши переживания ведут к тому, что у нас начинается трансформация. Мы становимся лучше, мы понимаем, что так делать нельзя. Это уже прогресс. Для того нам и жизнь дается, чтобы мы делали ошибки, осознавали их, исправлялись и шли дальше.